страх – это конструкция, при которой вы перестаете управлять ситуацией. Она начинает управлять вами. Многие, описывая свой страх, говорят, что я боюсь, что потеряю контроль. Потеряю контроль, там, кто-то не любит ездить на водительском сидении, потому что он не контролирует процесс. Кто-то, значит, не доверяет врачам, потому что он не контролирует, что эти врачи делают. Ему хочется их поконтролировать. Вот. У нас вот это желание какого-то контроля над внешней жизнью, над тем, что происходит. Эти люди должны вести себя так, эти должны то-то, это должно быть так-то там, и так далее. У нас вот ощущение, что мы можем контролировать внешние факторы, и даже то, что вы думаете, что с вами что-то конкретное, неприятное случится, вы же, по сути дела, таким образом пытаетесь контролировать ситуацию, чтобы вот этого со мной здесь не произошло. Или вот чтобы этого не случилось. Вы пытаетесь все время осуществить контроль над внешним миром. А победа над страхом – это обретение контроля над самим собой.